Новый год – самый долгожданный праздник. В декабре клиенты Банка Восточный получили первые новогодние подарки в этом году. Билеты на премьерный показ новогодней комедии «Елки новые» на один из первых сеансов в день премьеры фильма. В Восточном банке подарили, за кредитом хотел. Моей маме предоставили карту и в качестве бонуса этот билет. На две персоны. Мы смотрели предыдущие части. Очень интересно. Билет на фильм «Елки» я получила в Восточном банке. Оформила кредит. Кредитную карточку. Такие билеты в декабре дарили клиентам, оформившим кредиты в Банке Восточный. Перед сеансом в кинотеатре еще один сюрприз. Новогодняя программа с Дедом Морозом, Снегурочкой и розыгрыш призов. Пригласительный билет на специальный показ. 19:30. «Елки новые» от Банка Восточный. Дети с удовольствием фотографировались с собаками Хаски, символом наступающего года – годы собаки. А затем отправились в кинозал и получили еще подарки от Банка Восточный. Попкорн и снежинку. Сын ее держит, снежинку. Ему очень понравилось. Моя дочь оформила кредитную карту, и нам дали два билета. Так как она работает, не может пойти, и нам дала сыном. Приобрела кредитную карту, выдали в подарок два билета. Очень рады. Клиенты Банка Восточный довольны. Они посмотрели новую часть полюбившегося всем фильма «Елки» одними из первых в городе и получили хорошее настроение к празднику.